Всем привет! Сегодня с вами Даша. И в этом видео я попробую научиться делать тату. Итак, о, смотрите. Тусинка какая-то пришла. И вау! Так. Если за 3 секунды успеешь подписаться и поставить лайк, то мы научимся делать тату. 3, 2, 1. Молодец! Мы научимся делать тату. Так, какая линия? Да, большая линия. Краска фиолетовая. Так, все. Так. Готово. Сравниваем. Следующий посетитель. Здравствуйте. Сердечко она хочет. Так, берем. И раскрашиваем. Вот, вы смотрите, ребята. Мы делаем сердечко. Я уже провела линии. И теперь мы должны разукрасить. Так. Наш посетитель пока не в гневе. Вот в прошлый был в гневе. Готово. Сравнивают. О! Отлично, у нас все получилось. Так, и давайте будем... О, смотрите. Она рада, что ей сделали тату. Давайте прокачаем наш салон тату. Здравствуйте. Угу. Хорошо, хорошо, как скажете. Так. Ведем по линии. Конечно, не очень ровно у меня получается, но тем не менее. Так, и тут тоже проведем линию. Не помню, как этот знак называется. Смотрите, тут на одной стороне шарик белый, а на другой стороне наоборот. Шарик. Шарик темный на другой стороне. Так, сейчас сделаем шарик. Все, наше тату готово. Конечно, да, немного криво, но все же мы сделали тату. Вот она память сделала, женщина. Вау, вот. У нас уже, наверное, третий уровень. О, здравствуйте. Интересно, что это изображает, потому что... Так, какого цвета? Она хочет фиолетового. У нас все фиолетового цвета. Так, заполняем. Так. И тут мы тоже заполнили. Осталось последнее. Все, готово. Ну, немного не набрала, потому что, ну, неровно. Ну, ничего страшного, мы сделали тату. Нам за это дали $203. Следующий посетитель.
Здравствуйте. Тетенька хочет водочку. Так, и первый цвет это у нас желтый. Так, все, там линия. Так, давайте сделаем тонкую линию, чтобы было все довольно-таки аккуратно. Ну, даже, как всегда, все неаккуратно. Ну, это же всегда так. Дедушка хочет сделать аккуратно, у нее неаккуратно. Пока что наш посетитель не гневен. Это хорошо очень. Так. Берем побольше, чтобы уже разукрасить. Все, теперь берем тонкую, опять же, кисточку. И опять же мажем желтым. Берем большую кисточку и теперь уже намазываем. Главное не выйти за края, чтобы у нас получилось хорошее тату. И теперь мы берем красный цвет. Сейчас берем тонкую линию, чтобы получилось все очень ровно. Очень ровная лодочка у нас получилась. Хорошо, что не посетитель пока не в гневе, потому что, ну, не хочется, чтобы был посетитель в гневе. Как был наш первый посетитель, который был в гневе, и нам $0 отдали. Вроде бы все. Да, немного, ну... А, 3 балла, ну, хорошо, хорошо. Спасибо. И нам за это отдали $245. Ей так нравится своя лодочка. Мы немного прокачаем наш салон. Здравствуйте. Какой-то... О, он хочет кошечку. А кошечка у нас будет черного цвета. Так, ну давайте линию... Линию сделаем тонкой, как в прошлый раз. Ну, мне понравилось, как мы сделали, потому что... Ну, у нас довольно-таки было все ровненько. Ну, мне потому что очень сложно рисовать... И поэтому мне нравится. Мне еще постоянно рука дрожит. Я даже когда пишу, у меня бывает, что у меня просто рука вся дрожит и просто ужас. Особенно, когда у тебя контрольная, ты там все перечеркал. Тебе выдают другой листок, чтобы ты это все переписал, потому что это просто. У меня рука дрожит, потом я начинаю психовать. Мне кажется, у некоторых так было. Кто психует на контрольный? Это же Даша, которая психует на контрольный. Так, давайте возьмем среднюю, потому что сейчас мы будем уже делать хвост. Итак. Все, наша киса готова. И мы получили за это 3 звезды. Мне за это получили $236. Угу. Всегда пожалуйста. Он сказал спасибо. Так, следующий посетитель. Здравствуйте, вы ко мне уже 3-й раз приходите. О, эта задачка нам уже посложнее. Так, тут сделаем аккуратненько. Так. Блин, она растеклась. Почему вот краска течет прям не в тех местах? Так, давайте оранжевенький возьмем. А как-то можно стереть немного? Ну ладно. И посветлее синенький берем. Бирюзовый, так можно сказать. Так. Все, ваш меч готов. Мне кажется, легкое было. Все, и нам поставили опять 4 звезды, потому что понравилось посетителю наше тату. И заплатила она нам $227. Прокачиваем. Вау, уже довольно-таки красиво. Здрасте. Вау, посмотрите, кого он хочет сделать. Так, зелененький цвет, все верно. Давайте тонкую возьмем. Потому что сложно довольно-таки рисовать сейчас будет.
Тут просто нужно очень аккуратно рисовать, потому что картинку он придумал довольно-таки хорошую, но довольно-таки сложную. Так. Мы уже заканчиваем по нашему контуру. И... все, у нас готово по контуру. Сейчас просто так делаем. И все. Стоп. Так, аккуратненько глазик. Готово. Все, мне даже очень нравится, очень даже и похоже. Ну, за исключением косяков маленьких. И за это нам отдали $248. Еще прокачиваем, тут картинки у нас появились. Здравствуйте. Крылья черные. Ну, это вроде бы так легко. Так, черный цвет, все верно выбрано. Все стараемся аккуратно делать. Так, первое крыло у нас готово. Так. И мы уже заканчиваем делать второе крыло. Все, осталось только заполнить черным цветом. Что, у меня ничего не делается? А, вот все, вот видите, заполняется. Но крылья мне тяжелее было почему-то рисовать, чем драконы. Драконы мне было, ну, намного легче рисовать. И мне тоже дали 3 звезды, но понравилось. Все же моему посетителю, как я сделала. Мне за это дали $244. Ставьте лайк, если понравилось это видео. Подписывайтесь, естественно, и жмякайте на колокольчик. И переходите смотреть следующее мое видео. Увидимся там!